Эдуард Асадов. Мне уже не 16, мама. Читает Чернопольская Ольга, Семичковская средняя школа. Ну что ты не спишь и все ждешь упрямо? Не надо тревоги свои забудь. Мне ведь уже не 16, мама. Мне больше, и в этом, пожалуй, суть. Я знаю, уж так повелось на свете, и даже предчувствую твой ответ, что дети всегда для матери дети. Пускай им хоть 20, хоть 30 лет, но все же с годами былые средства как-то меняться уже должны. И прежний надзор, и контроль, как в детстве, уже обидны и не нужны. Ведь есть же, ну, личное очень что-то. Когда ж заставляют, скажи да скажи, то этим нередко, помимо охоты, тебя вынуждают прибегнуть к лжи. Родная моя, не смотри, устала, любовь наша крепче еще теперь. Но разве ты плохо меня воспитала? Верь мне, пожалуйста, очень верь. И в страхе пусть сердце твое не бьется, ведь я по-глупому не влюблюсь, не выйду навстречу, кому придется, с дурной компанией не свяжусь. И не полезу куда-то в яму, коль повстречаю в пути беду, я тотчас приду за советом, мама, сразу почувствую и приду, и в страхе пусть сердце твое. Когда-то же надо ведь быть смелее, а если порой поступлю не так, ну что ж, значит, буду потом умнее, и лучше синяк, чем стеклянный колпак. И ты не сиди у окна упрямо, готовя в душе за вопросом вопрос. Мне ведь уже не 16, мама, пойми и взгляни на меня всерьез. Прошу тебя, выбрось из сердца грусть, и пусть тревога тебя не точит. Не бойся, родная, я скоро вернусь. Спи, мама, спи крепко, спокойной ночи.